Видео переведено и озвучено по инициативе и организационной поддержке сайта Лесосад golesosad.com. Семена и саженцы редких растений. При финансовой поддержке общественной организации Международное Содружество Творцов Родовых Поместий. До прибытия европейцев в Австралию вода текла по ландшафту гораздо медленнее. Было больше сырых участков, болотистых лугов и цепочек прудов. Растительность буйно росла вдоль водных потоков, что задерживало осадочные породы, постепенно создавая почвы в долинах. Влажность сохранялась под поверхностью поймы, и корни растений легко достигали водоносного слоя. В сухое время течение воды продолжалось под поверхностью. Во влажные периоды поток растекался по поймам, и полезные питательные вещества задерживались и перерабатывались плотной растительностью. Эти богатые плодородные поймы были повсюду. Прибывшие европейские поселенцы нашли здесь густые луга и изобилие влаги, идеальные для разведения овец и скота. Однако новые фермерские практики нанесли серьезный урон хрупкой окружающей среде Австралии и сильно изменили движение воды по ландшафту. Деревья были вырублены, а луга были уничтожены стадами. Исчезла та самая растительность, что замедляла течение водных потоков и создавала плодородные поймы. Вода потекла быстрее, и земля подверглась эрозии. Русла глубже врезались в плодородные почвы, и поток уносил питательные вещества и осадочные отложения. Сформировавшиеся эродированные каналы понизили до нельзя уровень водоносного слоя и высушили влажные участки. Каналы постоянно углублялись и ускоряли скорость потоков. Оставалось очень мало растительности, чтобы замедлить воду, и все больше питательных веществ уносило течением, а не задерживалось в пойме. В институте Малун мы боремся за восстановление функций ландшафта. Мы тщательно планируем и разрабатываем структуры, чтобы они хорошо впитывались в ландшафт. Один из примеров — подтекающая дамба. Эти дамбы строят с помощью природных материалов, таких как камни, бревна, почва и особенно растительность, которая, помимо прочего, скрепляет эти структуры. Они продуманы, чтобы поднять уровень воды в реке, замедлить и отфильтровать поток, давая ему возможность просочиться в землю и пополнить грунтовые воды. Вместе с более разумным использованием земель, такой регидратированный ландшафт обеспечивает более устойчивую влажность и улучшение качества воды. В дождливые периоды поток растекается по всей пойме. В сухое время вода остается под поверхностью и вновь наполняет реку. Это увеличивает продуктивность сельского хозяйства и улучшает условия для дикой природы. И дает нам регидратированные земли, более устойчивые к климатическим крайностям. Видео переведено и озвучено по инициативе сайта Лесосад golesosad.com. Сажайте лесосады вдоль малых рек и ручьев, чтобы сохранить в них воду. Семена и саженцы для этого вы можете приобрести на нашем сайте Лесосад golesosad.com. Перевод Святослав Макаров. Голос за кадром Сергей Горин. 2021 год.